Добрый день. Продолжается борьба наступающей зимы с осенью в Караганде. Объявлено штормовое предупреждение. Ну, с утра был туман, потом нечто вроде снегопада. Сейчас чуть-чуть распогодилось, но думаю, недолго, потому что тучи висят над городом. Ну и ветер тоже так. Один там поджимает, другой здесь. Вот, ну и ветер. Здесь за домами не видно, но ветер сильный. В общем, такая погода, в которой, как говорится, хозяин собаку на улицу не выгонит. Кстати, вспомнил американские штучки. С удивлением узнал, что в Соединенных Штатах, ну, по крайней мере, в отдельных штатах, где я бывал, собак на улице держать нельзя. То есть выгулил во дворике, в своем садике, и заводи домой. Если ты ее оставишь во дворе без присмотра, да еще она начнет лаять, соседи быстро позвонят в полицию, мол, безобразие, и жди тогда штрафа. И такого отношения к животному непонятному. Так, вот юбилейный, вот горбатый мост. Ну, а наша задача сегодня проехать в Новый Цон. Новый Цон, который перенесли из центра города, с улицы Ержанова, в район Глобал Сити и Астана Моторс. Поехали! Сейчас будем пересекать улицу Гоголя по проспекту имени Нуркена Абдирова, туда, в сторону 26-го квартала. Вот видите, что творится. Снег вроде есть, но он тает, потому что чуть-чуть плюсовая температура. Хотя здесь дорога неплохая. Пожалуй, поверну на бульвар. Надо еще в одно место заехать. Магазин Серебряный. Элита, бывшее знаменитое кафе, название сохранилось, вот написано Элита. Ну, дальше там уже студенческий городок начинается. Вот называется «Заехал по делам». Дороги не видно. Ужас. Шквал. Еле со стоянки выехал на машине. Слушайте, ну это шторм натуральный. Как и обещали, с утра-то вроде бы казалось, что не очень хорошо, а на самом деле... Так, это кто меня там поджимает? Да. Никак погода не успокоится.